Настольная игра «Морской бой». Рекомендуется детям с 7 лет, но будет интересно и взрослым, и детям помладше. Наш 3-летний сын с удовольствием включается в игру, когда играют мама с папой или другие родственники. Очень ему нравится подносить снаряды враждующим сторонам, регулировать их количество, а также раскладывать кораблики по местам после игры. Комплект состоит из 2 чемоданчиков. Выполнены они из качественной пластмассы размерами 17 на 23 сантиметра. Чемоданчики плотно закрываются. В каждом чемоданчике 2 игровых поля специальными дырочками для фишек. И 2 комплекта в игре боевых кораблей. Это 4 торпедных катера. Три эсминца. 1 подводная лодка. 1 крейсер. И большой авианосец. Все корабли очень хорошо проработаны и будут полезны для развития тактильного восприятия детей. Также в комплекте фишки белые для обозначения промахов. Они вставляются в специальные пазы. И красные для обозначения попаданий. Специальные дырочки в корабликах, они вставляются. В чемоданчиках удобные отсеки для хранения кораблей и для хранения фишек. Этот набор очень удобно брать с собой в дорогу куда-то, потому что чемоданчик легко закрыть и все сохранится на своем месте. Все детали очень крепко держатся на своих местах. Игра учит мыслить стратегически, развивает логическое мышление, внимание, наблюдательность, умение ориентироваться в пространстве, поможет освоить тактические навыки ведения боя. А еще эта игра очень полезна тем, что служит прекрасной альтернативой компьютерным играм.